Сегодня в Анапе работает 2420 предприятий розничной и 23 оптовой торговли. Свыше 600 предприятий общественного питания, в которых трудятся более 10 тысяч человек. Целая система, от которой зависит не только наполняемость бюджета, но и имидж города. Глава Анапы Юрий Поляков поблагодарил предпринимателей за честный и добросовестный труд и отметил важность профессии для курортного города. Всю свою жизнь я проработал в торговле, в отрасли, в потребительской сфере. Хочу сказать, что это поистине тяжелый, можно сказать, что не очень-то и благодарный труд, потому что работники потребительской сферы, работники торговли находятся постоянно, я бы сказал, на передовой между населением и властью, между населением и теми оптовыми и производственными предприятиями, которые что-то продают. Хочу пожелать всем удачи, чтобы в семье было хорошо, чтобы ладилось все в жизни, чтобы все ладилось, ну и чтобы не нарушались законодательства Российской Федерации. Поэтому от души поздравляю всех с праздником. Председатель Совета депутатов Леонид Кочетов отметил, что на плечах бизнесменов сегодня лежит не только колоссальная нагрузка, но и большая социальная ответственность. Поэтому и внимание к отрасли всегда будет повышенным. Профессия у вас очень и очень важная. Она во многом определяет качество жизни людей, населения. И это действительно так. От того, как мы встретим, как мы общаемся, как мы с улыбкой встречаем наших покупателей и вообще тех, с кем мы сотрудничаем, зависит настроение. А это действительно серьезная социальная ответственность. Сфера торговли и потребительского рынка в Анапе развивается. Сегодня наблюдается положительная тенденция по приросту дохода в бюджет города. Ида Пахотенко в сфере торговли более 20 лет. Вспоминает времена, когда отрасль в Анапе только становилась. Тогда конкуренция была меньше, но и условия для работы были гораздо хуже. Если мы с вами возьмем 2000 год, когда у нас на территории города было более 2000 объектов розничной торговли, а сейчас мы с вами видим, что это более 4000, включая и мелкорозничную торговлю, конечно, это большой ощутимый рост. И, конечно, улучшается качество обслуживания. Наши объекты какие замечательные становятся. Это новая культура обслуживания. Это новые предприятия, торговые залы. Это у нас какие базы оптовые великолепные. Конечно, рост есть. Почетные грамоты от главы города, благодарности от городского совета и ценные подарки получили все отличники профессии. Особо отметили и ветеранов отрасли, посвятивших ей долгие годы своей жизни. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапа регион.